Друзья, приветствую вас, дневной обзор. Давайте рассмотрим, какие события происходят и что ждать сегодня от движения рубль, доллар, евро, золото и другие интересные активы. Так, друзья, но я хотел бы обратить внимание на два ключевых момента. Первый момент связан с индексом, сентиментом Европейской комиссии. Он упал до 87,6 с 91,1. Этот индекс означает ожидания относительно того, что будет происходить с экономикой Евросоюза и какое движение в плане финансов ожидает население. С учетом второй волны это очень негативный момент, который указывает на то, что Европа, особенно то, что касается сектора услуг, находится в очень непростой ситуации. Комплексный анализ данных показывает, что наибольшая слабость, связанная со второй волной, приходится на Францию и на Италию. В меньшей степени пострадали Германия и Испания. И по этой причине в декабре Европейский Центробанк будет обсуждать, скорее всего, новые монетарные стимулы для того, чтобы экономика Европы удержалась на плаву и восстановилась. И вот очень интересное интервью топ-менеджера BlackRock. Это достаточно крупный фонд американский. Здесь Хильдебрандт обозначает те проблемы с экономикой глобальной мировой, которые в ближайшее время неизбежно возникнут. Он рассматривает достаточно непростой, неоднозначный вопрос, который касается инфляции. Дело в том, что сейчас бытует мнение в западных странах, что у них инфляция мертва. А для экономического роста, для того, чтобы шло развитие экономики, нужна хотя бы небольшая инфляция. Вот. Та инфляция, которая в России происходит, она не имеет к этому явлению никакого отношения. Потому что российская инфляция – это следствие монополий. А в Европе и в Соединенных Штатах инфляция – это механизм, который позволяет путем превращения денежной массы стимулировать производство товаров, услуг и развитие экономики. Но, конечно, для простого обывателя, для простого потребителя, как в России, так и в Европе и в Соединенных Штатах, инфляция – это что-то такое негативное. Но на самом деле она негативной становится тогда, когда она выходит из-под контроля и начинает безгранично, безудержно расти. Так вот, какие же риски возникают, исходя из того, что текущая монетарная денежная политика, кредитная, фискальная, они связаны с тем, что предоставляется много средств в помощь населению, малому и среднему бизнесу в западных странах. Это вполне естественные и ответственные действия. Здесь все связано с процентными ставками. Те долги, которые генерированы для решения этих задач, они требуют обслуживания. Соответственно, инфляция зависит от процентных ставок во многом. И поэтому для того, чтобы обуздать инфляцию, наиболее эффективный инструмент и, как правило, единственный – это повышение процентных ставок. Но с учетом той помощи, которая предоставлена в Европе, в Соединенных Штатах, повышение процентных ставок неизбежно приведет к увеличению затрат на обслуживание долга. И, по мнению топ-менеджера BlackRock, может возникнуть такая ситуация, когда инфляция выйдет из-под контроля, то есть начнет расти инфляция. Она, когда будет расти, перестанет оказывать позитивный эффект на экономику. Для ее обуздания надо будет поднимать процентные ставки. А сделать этого своевременно не смогут, потому что в случае увеличения процентных ставок значительно увеличатся бюджетные расходы на обслуживание долга, плюс затраты, связанные с обслуживанием долга и в коммерческих сферах. Плюс второй момент. Происшедший коронакризис нарушил логистические цепочки мировые. То есть, допустим, машины собираются в Германии. При этом запчасти поставляются из Кореи, из Китая, из Японии, из Бразилии. И все эти цепочки, они были в один момент либо разорваны, либо очень сильно изменены. Соответственно, у компаний увеличились издержки. И уже сейчас начинается подорожание отдельных групп товаров, не только в России. Соответственно, это другая сторона вопроса, это увеличение издержек из-за эпидемии.
И эти увеличения издержек, они опять же ведут к росту цен и падению эффективности работы экономики, в том числе развитых стран. Я бы хотел подытожить, сделать summary вот этой статьи, высказываний топ-менеджера BlackRock. То есть проблема, которой мы обозначены, заключается в том, что инфляция, она станет неконтролируема, она будет расти безгранично. Одним из факторов, который будет разгонять инфляцию, это нарушение логистических цепочек, увеличение затрат бизнеса. И все это приведет к тому, что произойдет значительное падение экономики. Инфляция уже не будет никаким образом помогать выходу из кризиса и экономическому росту. И на фоне всего этого правительства западных стран не смогут вовремя предпринять необходимые меры по подъему ставок из-за того, что они вынуждены обслуживать долг. Соответственно, это все приведет к галопирующей или гиперинфляции. Но это один из возможных сценариев. Здесь надо четко понимать, что нету белого и черного, добра и зла. Каждый шаг он вызывает какую-то обратную реакцию. И поэтому здесь нельзя говорить, что вот они вовремя не поднимут процентные ставки, поэтому инфляция захлестнет весь мир. Галопирующая инфляция, это которая там в районе 20%. Потому что как если они поднимут ставки, то увеличится стоимость кредитования на фоне того, что возросли затраты из-за нарушения и удорожания логистических цепочек. Здесь может быть аналогичный эффект схлопывания экономик. И поэтому весь следующий год пройдет в поисках очень непростого баланса. Как поддерживать экономический рост, как дать людям более или менее приемлемо, хорошо жить и в то же время сделать таким образом, чтобы это не привело к краху экономики мировой и западной цивилизации. Ну и соответственно Китая и России. И вот это, кстати, очень серьезный вопрос, очень серьезный момент. На него почему-то никто не обращает внимания, последствия предоставления помощи. То есть все говорят, когда они начнут печатать деньги. Но, как известно, любое действие, оно имеет постдействие. Так, друзья, но в целом сегодня SFD на фьючерс, американский индекс, торгуется в консолидации, ушел к верхней границе. Это достаточно позитивный момент. Отвлечемся от мрачных предсказаний. Вот. И такое движение, оно предвещает то, что на следующей неделе мы можем вполне увидеть продолжение ралли. Далее ВИКС. ВИКС сегодня проседает. Пробил он то дно, которое у него было обозначено в этом году. По ВИКСу мы достигли минимальные значения 2020 года. Сегодня 19,5 было. Вот. Но он пока не закрепился, не пошел дальше, не вернулся вот в ту область, которая была ранее. Так, небольшое уточнение. Он достиг минимальных значений, которые были после марта, то есть с начала момента разворачивания коронакризиса. То есть до минимальных значений этого года, которые были до кризиса, он так и не спустился. Для того, чтобы это произошло, надо, чтобы он сходил, ну хотя бы на 15-17 и здесь закрепился. Такого пока не произошло, и поэтому, несмотря на все эти покалывания, мы остаемся в той области волатильности, страха, которая связана с тем, что произошел так называемый коронакризис. И, кстати, вот по ВИКСу, если вот этот пробой все-таки произойдет, и мы провалимся на 17, и тем более на 13, это может говорить о том, что действительно произошли какие-то качественные изменения, которые в ближайшее время как-то отобразятся и в экономике, и на фондовом рынке. Так, ну вот DAX, немецкий индекс, тоже сегодня заканчивает торговлю на верхней границе, на позитиве. С учетом таких движений по S&P и по DAX, я полагаю, что возможно в понедельник какие-то поступят новые новости относительно коронавирусных вакцин. Возможно, AstraZeneca будет подавать документы или еще что-то такое произойдет. Но уж как-то все слишком оптимистично. И оно все не коррелирует с теми данными по Европе, которые сегодня вышли. Имеется в виду сантимент Еврокомиссии. Так, друзья, далее нефть. Была попытка пробоя 47,5, но сразу ее откупили. Часовой таймфрейм. На текущий момент времени наиболее
вероятно, движение это на 47,8. Вот сюда 47,8, 47,65, вот в этот диапазон. Если разовьется движение наверх и будет пробито 48,5, то, соответственно, мы уйдем тестировать 49,07, 49,1. Я думаю, вероятность такого движения невелика. Скорее всего, отсюда разовьется небольшой корректирующий откат 47,8, 47,7. Ну и в случае пробития 47,5 повторного и закрепления ниже 47,34, это вот новый минимальный уровень здесь обозначен, локальный, нас ждет просадка и уход на 46,5. Сейчас на текущий момент главное, чтобы неделя закрылась выше диапазона 47-47,5. Если такое произойдет, это достаточно позитивный знак для нефти на следующую неделю. Так, но я обращаю внимание, сегодня данные по соте с FTC не опубликуются. Так, друзья, далее золото. В обозначенном диапазоне оно не удержалось. Я так предполагаю, что, наверное, в понедельник ожидаются какие-то новости. Либо AstraZeneca что-то выдаст позитивное, либо еще одна компания объявит о том, что она получила чудодейственную вакцину. На фоне этого мы видим такое движение по рынкам и, соответственно, провал по золоту. Вот золото, если закрывается ниже последнего обозначенного минимума, это 1797, то высока вероятность того, что на следующей неделе мы увидим движение на 1750. Исходя из часового таймфрейма, золото пришло сейчас вот в этот диапазон, ограниченный зелеными линиями, это 1787,5 и 1794. Сейчас, если здесь на часовике произойдет разворот, то мы можем увидеть сегодня попытку скорректироваться, отскочить и вернуться вот сюда на 1804. Вот. Для этого надо, чтобы с объемом пробили 1795. Если такого не происходит, то оно останется торговаться в этом диапазоне. И на следующей неделе, скорее всего, мы увидим дальнейшее проседание на 1750. Я так полагаю, что вот это вот движение в золоте, то, что оно не удержалось в диапазоне 1804-1812, оно как раз связано с ожиданием каких-то новостей по поводу вакцин или каких-то, скажем так, действий, которые позволят минимизировать эпидемию. Так, друзья, евро-доллар, несмотря на все там негативные сантименты Еврокомиссии, евро к доллару продолжает расти. Так, вот на часовом таймфрейме у нас новый уровень обозначился, это 1,1909. Если он не пробивается, то, сегодня, наверное, нет, а в понедельник мы увидим тестирование на пробой 1,1941 и, возможно, уже 1,2. Так, друзья, далее доллар-рубль, USD Tomorrow, 4-часовой таймфрейм, сейчас беру. У нас, получается, мы сегодня ускоренными темпами отработали завершение так называемого налогового периода. Вот, конечно, с учетом текущей конъюнктуры, здесь, особого стимула для такого движения, я его предполагал, но я не думал, что оно сегодня произойдет. Я думал, все-таки ограничится 75-83, 75-87. Вот. Но загад не бывает богат. Сходили на 76-35. Вот. Я думаю, сейчас, скорее всего, вот, будет закрепление, проторговка в диапазоне 76-76-35. Вот здесь мы пытаемся закрепиться. Вот. Ну да, парадоксальная ситуация. Вроде как бы все цветет и пахнет, а рубль к доллару падает. Так, ну если мы берем часовик, что здесь примечательно? Примечательно здесь то, что если будет пробитие 76.15, 76.1, то отсюда у нас развивается обратный ход укрепления рубля. И цель этого укрепления рубля находится в районе 76.85. Вот здесь вот та цель, которой она выступала сопротивлением при росте доллара с утра. Сейчас она, соответственно, будет выступать как магнит, который будет притягивать рубль укрепиться против доллара. Вот. Но опять же, наверное, все-таки завершение торговой недели будет выше 76, где-то в этом диапазоне. То есть сейчас вот что приходит на ум, это коррекционный откат, проторговочка и возврат на 76.
Так, друзья, далее еврорубль. Ну, видите, неспроста юридические лица лонги набирали. Вот, у нас фактически здесь, ну, по большей части вот это движение, оно отработано. Единственное, только здесь какой есть момент. Для того, чтобы удержаться, надо, чтобы евро к рублю закрылось выше 90,8. Если такового не будет, то нас ждет на следующей неделе откат, цель которого 90,35-90,7. Так, ну вот четырехчасовик, немножко мы до цели 91,05-91,06 не дошли. Но уже сейчас здесь идет попытка разворота и закрепление под вот этим уровнем 90,75. Пробитие 90,6 на объеме приведет к тому, что все это движение завершится и евро-рубль уйдет на 90,2. Вот сюда вот. Так, ну и вот часовик. Что у нас получается по часовику? По часовику у нас получается, что если сейчас произойдет откат и будет пробито 90,75, то нас ждет укрепление рубля, и цель этого укрепления находится вот здесь на 90,4. Если отката такого не будет, то скорее всего закрытие у нас произойдет в диапазоне 90,75-91,1. Вот здесь вот. Вот я не думаю, что сегодня будет вот это пробитие и дальнейший рост евро против рубля. Скорее всего, вот в этом диапазоне мы либо замаринуемся, либо мы пробьем вот это значение и откатимся на 90,4. Все, друзья, спасибо за внимание.